Здравствуй, Архангел Михаил. Я хочу сегодня спросить у тебя в рамках нашей школы вот такой вопрос интересует человека. При принятии православия человек, например, был баптистом, ну или еще какой-то конфессии, при соблюдении поста и выполнении каких-либо аскетических правил, вот этот сменивший веру человек становится раздражительным и злым, но священник считает это добрым знаком и что это начало очищения души. Хорошо, давай поговорим просто о состоянии человека, который ничего не меняет в своей жизни, вот никакой религии, не будем примешивать ее сюда. Я имею в виду веру, да, именно. А просто, например, садиться на диету. Ой, сколько злости и уныния можно увидеть только от того, что в летнее время вкуснее мороженого может быть только мороженое. А тебе нельзя. Знакомо тебе это чувство? Ой, еще как! Это имеет только ко временному очищению тела. Ну, конечно, эта работа конкретно относится вот именно к этому процессу. Когда человек сменил по каким-либо убеждениям веру, то он это, как правило, делает осознанно и, скорее всего, знаком с теми ограничениями, которые присутствуют в одном или другом эгрегоре, будь то православие, буддизм или мусульманство, ну, неважно. Это не имеет значения. В любом случае злость, как чувство, не несет в себе ничего, что способствует очищению души. Архангел Михаил, благодарю, приняла Оксана Камяна.